Мастерство безопасности на судне демонстрируют участники приморского этапа чемпионата «Профессионалы». Конкурсантам необходимо справиться с различными заданиями, среди которых сборы на скорость, тушение возгорания, оставление судна, оказание первой медицинской помощи пострадавшим в море. Эксперты следят за точностью выполняемой работы и скоростью. В спасательных мероприятиях на кону стоят человеческие жизни. Поэтому профессиональное мастерство специалистов должно быть на высшем уровне. Мы находимся в Дальневосточном морском тренажерном центре, где моряков обучают по различным направлениям, которые могут пригодиться им в море, и именно отрабатывают практическую часть. Упор сделан на практике для того, чтобы в море моряки уже были готовы к различным ситуациям, умели их выполнять, и была выработана память тела, чтобы при особенно встрече с аварийной ситуацией моряки не впадали в стресс, были к ним готовы. Региональные соревнования продлятся в Приморье до 30 марта. Лучшие участники представят регион в следующем этапе. Всего в соревнованиях более чем по 90 компетенциям принимают участие свыше 1500 человек. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.